Всем добрый день. Сегодня у нас вторая часть по поводу нового ноутбука MSI GF53. А в частности, ввиду того, что там установлен один модуль памяти на 8 гигабайт, меня это не устраивает. Поэтому были приобретены данные модули. Каждый модуль по 16 гигабайт. В сумме получается 32. И будет двухканальный режим, а не одноканальный, как сейчас он находится внутри этого ноутбука. Модули памяти — это Samsung. Пришли они из Китая при помощи AliExpress. Где-то в течение 2 недель, может чуть-чуть побольше. Все пришло в рыжем пакете, причем вот продавец предоставил в таком варианте, без дополнительной защиты, обычно в боксике представляется, здесь просто антиэлектрическом пакете. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде, покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Статическим электрическим, чтобы не разрушило. Вот пришли два модуля, причем продавец положил какой-то у них фетиш по поводу оберегов и что-то подобное, как подарок. Вот у нас находится два модуля внутри. Сейчас я один достану. Да, модули здесь на DDR4 на 3200. Несмотря на то, что ноутбук Kia стоит процессор 9-го поколения, то он берет максимум частоту 2666 МГц, а здесь 3200. А вот внутри, кстати, модуль стоит тоже на 3200 Kenix производителя, то тоже данные модули поддерживают. Здесь это модуль Samsung, и как мы видим, по 8 чипов с каждой стороны и суммарно 16 гигабайт. Потому что 8 гигабайт меня не устраивает для монтажа и так далее. Поэтому я модернизировал старый ноутбук Toshiba Satellite A660. В результате у меня там установлено 16 гигабайт. Но для определенных целей требуется больше. А конкретно под 4К видео и так далее требуются особые ресурсы. Поэтому взял я под модернизацию, если в случае чего продавать этот ноутбук, ставить старую модуль памяти, а эти новые модули памяти поставить на новый ноутбук, чтобы не покупать. Причем ноутбук именно был куплен в том варианте, чтобы было меньше затрат, не 16 гигабайт. Все поездное, чтобы стояло именно 8 гигабайт, который, кстати, легко очень продать при желании, либо оставить на будущее, если вдруг будете продавать ноутбук. Давайте сейчас мы будем скрывать ноутбук, ставить модули памяти. Для этого подготовим соответствующее оборудование, чтобы скрыть этот ноутбук. И давайте устанавливать память. Thank you.
Итак, мы установили память. Давайте сейчас протестируем данную память в различных тестах. Посмотрим также в стандартных CPU Z, как изменилась ситуация AIDI 54 и протестируем. А также в других тестах, например, Corona, Cine Bench и другие варианты, которые вы будете наблюдать.
Итак, я вам продемонстрировал возможности двух модулей Samsung, каждый из которых на 16 гигабайт, DDR4, 3200 частота данных модулей. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию, как обычно, предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания. We'll be right back.